что нужно сказать, это благодаря команде, благодаря партнерам. Получил я его за игру в юниорской хоккейной лиге. Ну, как видите, в 34 матчах набрал 107 очков, но также благодаря партнерам они все помогали. Я забивал или отдавал, набирал свои очки. Да, я уже потихоньку занимался в Санкт-Петербурге и ОФП, и стал потихоньку на льду заниматься, готовимся к молодежке, там уже новый уровень, новый хоккей, новой скорости, нужно соответствовать этому хоккею.